Здравствуйте и добро пожаловать в систему Персия. Наша сегодняшняя тема – знакомство с интерфейсом. Из этого ролика вы узнаете о том, как быстро ориентироваться в системе и находить нужные разделы. После того, как вы зарегистрировались в Персии и вошли в систему, вы видите перед собой главную страницу вашего аккаунта. Здесь указан ваш тарифный план и информация о том, сколько резюме добавлено из возможных. Итак, будем знакомиться с интерфейсом сверху вниз. В самом верху в шапке у вас есть быстрый доступ к кнопке «Резюме. Добавить кандидата». Перейдя по ней, вы можете загрузить резюме в вашу единую базу кандидатов. Подробнее о том, как именно это сделать, смотрите ролики номер 2. Способы загрузки резюме в базу кандидатов в Персии. Рядом расположена строка поиска. Вы можете искать информацию о кандидатах и вакансиях по ключевым словам. Также есть ссылка на настройки аккаунта. Об этом я расскажу более подробно. В разделе «Настройки аккаунта» вам доступны следующие возможности. Управление пользователями. Вы можете добавлять в ваш аккаунт рекрутеров, и их количество зависит от вашего тарифного плана. Управление заказчиками. Также вы можете предоставить доступ к системе вашим заказчикам, внешним либо внутренним. Регистрационные данные. Здесь вы можете разместить свои контактные данные, которые в дальнейшем можно использовать как подпись в письмах. Изменить пароль. Вы можете изменить данные для входа в систему. Информация о компании. С помощью этого раздела вы можете создать публичную страницу с информацией о компании и списком текущих вакансий. Ссылку на такую страницу можно опубликовать в социальных сетях, отправить непосредственно кандидату, указать в тексте объявления на сайтах в поисках работы. Интеграция с сайтами. Из своего аккаунта в Персии можно публиковать вакансии и получать отклики с сайтов Work.ua, Работа.ua, Headhunter и Superjob. Благодаря интеграции вы можете работать со всеми джоб-сайтами одновременно. Список навыков и категорий. У вас есть возможность создавать список навыков и категорий кандидатов. При этом, когда вы создаете навык, вы можете указать, владеет ли кандидат ним или нет, а также оценивать уровень навыка по 5-бальной шкале. Добавим, например, навык знания французского языка. Шаблоны писем. Для экономии вашего времени в системе уже есть шаблоны писем, которые можно использовать для переписки с кандидатами. Если есть такая необходимость, вы можете создать свой. Для нашего удобства добавим шаблон. Название шаблона – тестовое задание. Далее просто добавляем тему письма и сам текст письма. Для удобства в системе есть теги. На их месте в письмо будут вставлены соответствующие значения. Например, добавляем тег «Имя кандидата» и название должности. И добавляем шаблон. Файлы. Сюда можно загружать файлы, например, тестовые задания, которые вы можете в дальнейшем прикреплять к письмам кандидатам. Резервное копирование. С помощью этого раздела администратор аккаунта может заказать резервную копию всей наработанной базы кандидатов. И расчеты. Здесь вы можете ознакомиться с тарифными планами и заказать подходящий для вас тарифный пакет. Но вернемся на главную страницу. Для вашего удобства в левом верхнем углу расположены ссылки на разделы «Кандидаты». Это быстрый доступ к вашей базе кандидатов. «Вакансии». В этом разделе вы можете посмотреть имеющиеся вакансии, а также создать новые. Список открытых вакансий вы также можете видеть на главной странице слева. В
календарь. Здесь можно посмотреть и создать расписание собеседований, а также их можно экспортировать в календаре Google и Outlook. Кроме того, список ближайших событий всегда отображается на главной странице слева. Статистика. В этом разделе вам доступна ваша статистика работы, а также вашей команды рекрутеров. Также обращаем ваше внимание, что на главной странице справа расположены отдельные иконки «Переписка» и «Уведомления». Так как вы можете вести переписку из Персии, уведомления о получении новых писем будут отображаться на главной странице возле значка «Переписка». Благодаря иконке «Уведомления» вы сразу знаете о появлении новых заметок и любых других действиях коллег-рекрутеров либо заказчиков с вашими кандидатами. Сегодня мы познакомили вас с интерфейсом системы Персия. И в следующего видео вы узнаете о способах загрузки резюме в базу кандидатов. А если у вас возникли вопросы или предложения, свяжитесь с нами, всегда будем рады помочь.